ежегодно на доску успехов будет вноситься 28 лучших воспитанников государственных и муниципальных учреждений, отличившихся за высокие достижения в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, спортивных соревнованиях и творческих конкурсов. В этом году удостоены занесения на доску успеха молодежи и два представителя молодежи Глаховского муниципального района. Для процедуры награждения приглашается глава Глаховского муниципального района Александр Александрович Соловьев. Благодарственные письма вручаются победителю 3-го регионального чемпионата молодых профессионалов Саратовской области по компетенции фрезерной работы на станках ЧПУ, лауреату заочного всероссийского конкурса «Национальное достояние России», участнику отборочных соревнований на право участия в финале национального чемпионата молодых профессионалов 2017, студенту 4-го курса государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области, Поволжский колледж технологии и менеджмента по специальности технологии машиностроения, Костину Анатолию Алексеевичу. Олимпиады по биологии 2018 года, учащемуся 11 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы номер 28 Алиеву Вамигу Осиповичу. Благодарность всем моим учителям, которые с самых ранних лет учили меня и причем учили качественно. Также хочу отметить, что постараюсь быть полезным для города, для муниципального района, а также для страны. Спасибо большое.